Итак, я нахожусь на этой должности благодаря всем вам, потому что вы прошлую отчетно-выборную конференцию так сказать, поддержали мою кандидатуру. Ну и хочу, попробую рассказать все то, что у нас происходило за это время, что мы делали, как мы это делали. Если что не так, извините, поправляйте. Ситуация будет раскладываться как есть. Может, что-то забуду, может, что-то добавлю. Значит, первое у нас самое громкое слово в статуте – это популяризация художественной гимнастики. Мы выступали, наша школа, не только, я думаю, в областях, выступали на всех заходах, каких нас запрошивали, где место, где не было в области, на стадионах и так далее. Я думаю, все нас видели, поэтому этот вопрос мы снимаем, мы о себе пишем, говорим, проводим соревнования, 3 раза в году проходит чемпионат области, выступают дети, выполняют разряды. Это что касается популяризации. Дальше, что касается бумажной работы. В федерацию у нас входит очень много, но сложилось так, что эти 4 года почему-то все делала я одна, так сказать. Я и печатала, и тексты набирала, и носила, и приносила, и носила. Это касается и положений о соревновании, и протоколов, и все, что только возможное. Это все мои бессонные ночи. Я об этом тоже хотела сказать, бесконечность календарей и все. Это все работа федерации, отчеты, письма. Мне практически никто не помогал. Следующее, что я хочу сказать. Проходили, уже сказала, чемпионаты области. 3 раза в год мы все с вами собирались. Все эти области проходили, мы с вами виделись. Если у вас были какие-то вопросы, вы все могли мне их задать, обсудить и так далее. Также наши дети на этих соревнованиях выполняли разряды. Неясен вопрос, почему детям не всегда не приглашались. У нас в этом году была исчерпывающая ситуация. Дети уже с нового года должны были переходить на кандидаты в мастера спорта, но у них еще не было 1-го разряда. У нас была ситуация, думаю, я не буду описывать. Все ее знают, мы пойдем дальше. То, как хотели отменить детям разряды. Значит, что считаю важным за это время, мы снова начали ездить на такие соревнования, как чемпионат Украины среди школьников. Я считаю, это наше соревнование, потому что вся доска почета в нашей школе обвешана фотографиями с медалями с чемпионата Украины, с призерами. Все мы ими являемся и сами выступали, и занимали места. Это соревнования чемпионата Украины среди именно школьников.